вообще утренний, что ты это пока не помнишь. Целый год солдат не видал родни. Целый год письма не писал из Чечни. Почему? Не долюбил писем. А придя домой, он приветствовал мать. Поприветствовав мать, принялся выпивать. Алкогольный он был, зависим. А и пил солдат 10 дней подряд. В одиночку пил и друзьям был рад. А потом обнаружил вдруг как-то, что за эти дни выпили они. Битых не считал, целые дни. Все, что нажило по контракту. Был еще солдат, кое-чему не рад, но не мог он не обратить свой взгляд на особый род обстоятельств, да на ряд причин, в силу каковых, не пришел к нему среди друзей иных закадычный друг, приятель. Принялся солдат на друга роптать, поминать его в богах душу мать и козлом звать, и пидором гнойным. А в ответ ему говорят друзья, о покойном так на Руси нельзя. Но зачем же так о покойном, друг приятель твой, закадычный друг? Нынче ровно год, как лишился рук наш товарищ, твой лучший друг детства. Не поднять стакан, не швырнуть сапог, в общем, ничего он теперь не мог. Ни поссать без мук, ни одеться, и не зная, как ему дальше жить, и вдруг не мог толком наложить. Он с досадой, умом повредившись, раз пошел тудой, где река течет, лед разбил ногой и ушел под лед, ни с тобой и ни с кем не простившись. Встал солдат в слезах и сказал в ответ: не забудем мы дружбы прежних лет, ни забав молодецких, ни игр. Ты, товарищ мой, не попомни зла, это я в сердцах ляпнул про козла. Не козел ты и вовсе не пидор. А ему друзья говорят в ответ: посмотри еще, скольких с нами нет. Почитай, человек 19, кто пропал в лесу, кто повис в петле, а кто навек заснул на сырой земле. Душ скоро не будет и нас тут. Тут созвал солдат мать, друзей, родню. Снова еду я воевать в Чечню. Не ругайся, маманя, пойми же, я за 10 дней понаделал трат. Так что впору вновь заключать контракт. Да и смертность там вроде как ниже. И пошел солдат прямо на Кавказ. Он там видел смерть, как видал он вас. Ну а где и когда, если честно, суждено ему завершить войну, знает только тот, кто идет по дну. А вот нам потом неизвестно.